За минувший год Госдепартамент США выдал разрешение на продажу оружия и военной техники иностранным государствам на сумму почти 70 миллиардов долларов. Более половины этих средств – европейские контракты. На втором месте – страны Ближнего Востока. Следом за ними – государства Азиатско-Тихоокеанского региона. Я напомню, в апреле 2018 года США поставили в Украину противотанковые комплексы «Джавелин» на сумму 47 миллионов долларов. ВСУ получили 37 пусковых установок и 210 ракет к ним.